Десятиэтажный дом на улице Махновича, 55, был введен в эксплуатацию не так давно, всего 1,5 года назад, и большая часть жильцов живет в комфортных квартирах столько же времени. Правда, если для создания красоты и уюта на своих квадратных метрах всегда есть желание, то мотивацию и силы, чтобы благоустроить двор, находят обычно далеко не все. Но только не в этом случае. Операция под кодовым названием «Субботник» созывает всех жильцов во двор, чтобы привести в порядок многообразие высаженных цветов и кустарников. Очень хороший дом, очень хорошие люди проживают, так как заинтересованы все в том, чтобы здесь был порядок, в том, чтобы здесь было красиво. Поэтому часто устраиваем субботники, вместе выходим, наводим порядки, наводим красоту. И радовал глаз вот наш двор и нас, и тех, кто окружает нас. Несмотря на то, что погода сегодня капризничала и вместо теплого солнца преподнесла моросящий дождь, жильцов это нисколько не испугало, ведь когда запланирована такая полезная работа, отказываться от нее нет смысла. Каждый был занят делом. Кто-то полол цветы, кто-то подстригал кустарник. Работы хватало всем. Были задействованы даже дети, которые охотно помогают в благоустройстве родного двора. Стараемся, чтобы у нас на районе было красиво, чтобы наш дом процветал. К этому же приучаем наших детей. Как вы знаете, наш дом является домом для многодетных, соответственно, деток у нас очень много, и, ну, как бы, но у нас никто не вредит. У нас, наоборот, помогают, еще и старшие учат младших. То есть все время, если субботники, значит, все вместе, взрослые и детки, трудимся, благоустраиваем все. Постарались по максимуму озеленить территорию. Была за счет и жильцов закуплена, и также у нас есть еще неравнодушные жильцы, это с первых этажей. Они стараются еще и сами как можно больше что-то. У кого-то есть дачные участки, у кого-то там огороды. И вот они тоже нам везут на бесплатной, абсолютно безвозмездной основе за свой счет какие-то красивые кустарники, какие-то красивые цветы. Каждый раз где-то что-то скооперируется. Это где лучше посадить, это где лучше озеленить. Грамотно благоустроенное и озелененное придомовое пространство объединяет в себе три важные составляющие – безопасность, функциональность и эстетику. И все они есть во дворе на улице Махновича, 55. Отметим, что эта придомовая территория является ярким доказательством того, как может в столь короткий срок преобразиться двор, если в нем живут активные неравнодушные люди. Ведь для детей красивое и уютное придомовое пространство – это возможность развиваться и познавать мир. Для взрослых – отдыхать и перезаряжать батарейки. Одним словом, двор – это отдельный мир жильцов, и от того, как он устроен, зависит очень многое.